смотри, короче, офигенную вещь нашел, прикинь. Вставай, вставай, брат. Короче, смотри, если угадаешь, что я тебе отдам. В какой руке? Правой, левой? Да? Да, да, да. Классная вещь. Офигенная вещь, брат. В этой? Не угадал. Сейчас я поменяю, смотри, брат. Смотри, правой, левой. В этой? Не угадал. Смотри, брат, вот. Сейчас я поменял, смотри, какой? Правой, левой? Я не хочу играть. Брат, офигенная вещь, я же тебе говорю, ты сейчас угадаешь. Отвечаю я, да? Тебе отдам. Да, конечно, брат, смотри. Точно? Да. В этой. Не угадал. Сейчас, смотри, брат, сейчас поменяю, смотри, брат. Вот, в какой руке, правой, левой? Я не хочу играть. Брат, отвечаю, нифиговая вещь, ты обрадуешься, сейчас угадаешь, брат, смотри. Да? Да. Классная, да, вещь? Да, офигенно. В этой тогда... Угадал, брат, на, возьми, вот, конфету, нифигово. Красавица, я тут подумал, может, прокатимся на моем тигре, поближе познакомимся. Что скажешь? А ты забавный. Ну, поехали прокатимся. Это пранк, чувиха! Че, на тачку, да, повелась? Видал я таких подруг? Да вы все, подруги, ведетесь на тачку! Поводила! Поводила эта подруга! Все, поводила! Сука. Салам алейкум. Привет. Не здоровайся со мной так. А, извините. Заткнись. Короче, дай мне самые дерзкие, офигевшие ваши духи. Ну, у нас очень много видов пошли. Я у тебя, подонок, не спрашиваю, сколько у вас есть. Какие виды? Дай мне просто самые дерзкие духи сюда. Вот, Дэвид Уолкер, Лондон... Ты чё, урод, не понимаешь? Ца, 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 ца. Дай мне просто самые дерзкие духи сюда. Всё, всё, хорошо, вот, возьмите. Сколько они держатся? Неделю. Через неделю вернусь. А покупать не будете? Че? Покупать, говорю, не будете? Ладно, ладно, все. До свидания. Признайся, как опять ты посмела разогреть наши сердца. Помолчать. Я хочу в твое тело, yeah. Останови меня немедленно. Я не хочу потерять свою голову из-за тебя. Из-за тебя, yeah. Останови меня немедленно. Я не хочу потерять свою голову из-за тебя, yeah. Из-за тебя. Останови меня немедленно. Я не хочу потерять свою голову из-за тебя. Из-за тебя. Сека, у тебя бывает вот такое вот, хочется сделать кому-то какое-то добро? Да, бывает. А давайте добро сделаю, брат, и куплю новую одежду вместо вот этой серой спортивки. Нет, нет, брат, ты что, это моя серая любимая спортивка, я не буду ее менять. Сека! Короче, у меня сестра бутик открыла и дарит нам две спортивки. Пойдем, возьмем? Мне нужна мне другая спортивка, я эту люблю! Сека, ты спишь? Уже нет. Короче, Сека, смотри, есть такое приложение, на обмен называется. Сюда заходишь, и можно твою любую спортивку поменять на другую одежду, прикинь? Ну, убери! Ты что, издеваешься, что ли? Ты хочешь мою любимую спортивку поменять? Ну да, ты уже полгода в ней ходишь, Сека, тебе уже все вокруг об этом говорят. И вообще, Сека... Эта спортивка тебя полнит. Серьезно? Она как минимум тебе 30 килограмм добавляет. Yeah.
Вчера, короче, поздно ночью возвращаюсь, и какая-то толпа мне: «Э, братишка, закурить не будет?» И тут я включаюсь. Десять! Двадцать! Еще двое просто так проходили, их тоже усыпил! Короче, там пацаны с района сцепились. Сейчас будет стрела, короче, 10 человек где-то. Осилим же, да? Меня мама зовет. Не ври, никто не зовет. Я чувствую, когда меня мама зовет. Сека, не гони, Сека!